Будем делать. Ну, не будем делать. Ну, что ты? А ты через тут, через нос. Кто сразу? Все равно. А подыхай, мудрец. Мы такого наколбасили? Нет, мы никогда его не делали-то. Делали что же? Мы играли в одну сторону. Мы играли все время. Нет. А как вы играли? А, вы только не гоните, особенно. Нет, сейчас уже даже медленно. Не надо ничего. Нормально. Мы в одну сторону не делали. Ну, сделаем сейчас. Делали. Делали. Я могу ходить. Я могу объяснять. Давайте теперь. А сейчас еще репетира. А шине забыли про нее. Ну, как там, до или рядом что-то? Ну, сейчас вам до работаем. Ну, давай до, играй пока. А я еду, я мечтаю. Повышение, но я не буду тратить. Когда на поехали, чтобы не было сразу ни как мы там есть, бикар, туда не попасть. Ну нет, бикар тут тоже поедет, нарисовывается сейчас. Нет, ну там через ноту сразу с дона на ред очень долго. Ред удобно там. И удобно. А там вот этот промежуточный, аж там на пианине. Вот ваше мнение о Михаиле Новицком. А я пойду, чтобы меня не послушали. Он застеснялся, видите, какой скромный. Он даже не утерится никогда, когда поет. Это не тот момент, даже слово так и легкое не придет. Ну вот, все в порядке, гений, талантливый. Видите, какой ансамбль создал могучий. Сколько-то, где человек там кричит? Около этого стали все от запасных. Нет, я с ним уже не первый раз. Видите, как легко с лета срать и играет. А других надо неделю учить даже первому куплету. Хорошим. Ну, видишь, как. А движение... Активный. Он всех зеленые растения любит. Защищает их грудью. Правда, посадил я как-то раз репку. Какой-то посадил. Дерево какое-то. И все, жив нету. Выдернули, выкинули. Сначала Матвиенко нас защитила слегка, а потом придумали это дело. А еще будете сажать? Не знаю, а когда слегка было раньше, это попало очень здорово в газете «Известия», кто написал, а в Крыму уже сажают. Что такое, кого сажают? Весна, в Крыму уже сажают. Спасибо. Вот так. А что, правда? Честно говоря, я бы еще порепетировал. А что? Давай сам. А что там написано? Это как бы календарь зеленой волны. Соответственно, называется «Дайте себя сам». За туманы только прощает. А я еду. А я сюда прощаю три дня. О, загорел. Я же один еду, туман. А все остальные плохие. А я еду. Вообще Ай-яй-яй, ай-яй-яй, за туман.
разобрал тайги вот, за мечтами и за запахом тайги. А мы так прям за мечтами так написано.